Всем коньчива! Это канал Тачико ТВ. Сегодня у нас урок грамматики. Сегодня мы рассмотрим конструкцию, которая имеет следующее значение. Чем больше усиливается степень одного действия, тем больше усиливается степень другого действия. То есть мы сможем сказать по-японски предложение типа «Чем больше читаю, тем больше хочется спать». «Чем больше говорю по-японски, тем лучше у меня получается». Давайте посмотрим на примерах, к чему и как присоединяется эта конструкция и как ее будем переводить. Посмотрим, как присоединяем к глаголам. Вместо А1 у нас будет условная форма глагола. Это четвертая основа глагола плюс БА и получаем условную форму. А на месте А2 это словарная форма глагола или третья основа. Например, КАНГАЭРЕБА КАНГАЭРУ ХОДО ВАКАРАНАКУ НАРУ. КАНГАЭРЕБА КАНГАЭРУ ХОДО ВАКАРАНАКУ НАРУ. Вот наша четвертая основа глагола плюс БА, условная форма. КАНГАЭРЕБА КАНГАЭРЕБА. И второй глагол в словарной форме. КАНГАЭРУ КАНГАЭРУ ХОДО. КАНГАЭРЕБА КАНГАЭРУ ХОДО. Чем больше думаю, тем больше не понимаю. Второй пример. Канзи о обоэреба обоэру ходо синбун га йомиясуку наримас. Канзи о обоэреба обоэру ходо синбун га йомиясуку наримас. Здесь тоже обоэреба условная форма и обоэру словарная форма. Чем больше запомнишь, выучишь иероглифов, тем легче будет читать газеты. Дальше. Нихонго ва ханасеба ханасу ходо джёзу ни наримас. Нихонго ва ханасеба ханасу ходо джёзу ни наримас. Чем больше говорить на японском, тем лучше будет получаться. Ханасеба ханасу ходо. Далее предикативные прилагательные. На месте А1 у нас тоже будет условная форма, но уже прилагательного, предикативного. А это четвертая основа предикативного прилагательного плюс БА. На втором, на А2, будет словарная форма прилагательного, первая основа. Например, табетамоно но карории га такакереба такай ходо вториясуй дес. Табетамоно но карории га такакереба такай ходо вториясуй дес. Чем больше калорий съедено, тем легче поправиться. Вот наше А1, условная форма, такакереба, и словарная форма того же предикативного прилагательного, такай ходо, такакереба, такай ходо. Дальше, гэму ва айтега цуйокереба цуйой ходо омоширой десу. Гэму ва айтега цуйокереба цуйой ходо омоширой десу. Чем сильнее противник в игре, тем интереснее. Цуйокереба – условная форма. Цуйой ходо. Цуйокереба – цуйой ходо. И дальше. Конбинива – екарачка керебачкай ходо. Бенри десу. Конбинива – екарачка керебачкай ходо. Бенри десу. Чем ближе круглосуточный магазинчик к дому, тем удобнее. Чка кереба – чкай ходо. Далее полупредикативные прилагательные. На месте А1 основа прилагательного плюс деареба или плюс нара. На месте А2 основа прилагательного плюс на. Например, даетто га тайхен деареба или тайхен нара тайхен на ходо даетто яметаку наримас. Даетто га тайхен деареба или тайхен нара тайхен на ходо даетто яметаку наримас. Чем мучительнее диета, тем больше хочется ее прекратить. Вот у нас тайхен, основа нашего полупредикативного прилагательного, плюс деареба или тайхен плюс нара. И дальше А2 это у нас тайхен на ходо. Тайхен деареба тайхен на ходо или тайхен нара тайхен на ходо. Далее кейки но решипи осите кудасай.
簡単なら簡単なほどいいです。ケーキのレシピを教えてください。簡単なら簡単なほどいいです。Скажи мне рецепт пирожных. Чем проще, тем лучше. 簡単なら簡単なほど. Чем проще, тем... И во второй части предложения лучше. いいです. И еще один пример. Суши ва саканага синсеннара синсеннаходо ойсии десу. Суши ва саканага синсеннара синсеннаходо ойсии десу. Чем свежее рыба, тем вкуснее суши. Синсеннара синсеннаходо. Теперь посмотрим, как присоединяем к существительным. На месте А1 стоит существительное плюс деа рыбам или плюс нара. На месте А2 существительное плюс деару. Например, юмейдин деа рыба, юмейдин деару ходо, стрессуга окидесу. Юмейдин деа рыба, юмейдин деару ходо, стрессуга окидесу. Чем известнее человек, тем больше стресс. Часть в скобочках, вот эта часть, может опускаться. И тогда у нас получится юмейдин де ареба аруходо стрессуга окидесу. Юмейдин де ареба аруходо стрессуга окидесу. Еще, если глагол составной, он, если он состоит из канго, то есть японского китайского корня и плюс суру, это глаголы типа бенкё суру, рэншю суру, то канго может опускаться во второй части. И тогда получится бенкё суреба суру ходо нихонго га джозу ни наримас. Бенкё суреба суру ходо нихонго га джозу ни наримас. Чем больше учишь японский, тем продвинутей становишься. Если бы канго мы не опустили, то получилось бы бенкё суреба, бенкё суру ходо, нихонго га джозу ни наримас. Эта конструкция также может быть и в сокращенном варианте, как, например, в следующих предложениях. Нагай кайги ходо немуку нару. Нагай кайги ходо немуку нару. Чем дольше совещание, тем больше хочется спать. Даетто га тайхенна ходо, даетто о яметаку наримас. Даетто га тайхенна ходо, даетто о яметаку наримас. Чем мучительнее диета, тем больше хочется ее прекратить. Тосио тору ходо, карада га йоваку нару. Тосио тору ходо, карада га йоваку нару. Чем больше стареешь, тем слабее организм. Как видите, в сокращенном варианте у нас осталось только ходо. Вот здесь ходо и здесь ходо. Еще можно задать вопрос с этой конструкцией. Например, нани о суреба суру ходо нихонго га джозу ни наримаска. Нани о суреба суру ходо нихонго га джозу ни наримаска. Что нужно больше делать, чтобы преуспеть в японском? Нани о суреба суру ходо. Здесь, кстати, во второй части тоже нани о опустилось. Получилось нани о суреба суру ходо. А могло бы быть нани о суреба нани о суру ходо, если полный вариант. Минасан, нихонго о бенкё суреба суру ходо джозу ни наримас. Акираме найде кудасай. Юме о стеру ваке нива икимасен. Я вам желаю успехов в изучении японского языка. Если что-то непонятно, обязательно спрашивайте. А также пишите, может, у вас есть какие-то конкретные темы, вопросы на тему японского языка и культуры, которые вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели в наших видео. А также вступайте в мою группу ВКонтакте. Там я публикую различные материалы, связанные с японским языком и японской культурой. Добро пожаловать! На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много интересного. Чао!